Всем привет! Друзья, сегодня я легко и быстро приготовлю песочное печенье. Печенье по этому рецепту получается ароматным, хрустящим, рассыпчатым и очень вкусным. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Не забываем ставить лайки и подписаться на канал. Ну а теперь начнем готовить! Для этого рецепта сливочное масло обязательно должно быть мягким. К маслу добавляю сахарную пудру, ванильный сахар, щепотку соли и все хорошенько взбиваю миксером приблизительно 3-5 минут. К взбитому сливочному маслу добавляю яйцо и все взбиваю пару минут. В полученную массу добавляю разрыхлитель, порциями добавляю муку и замешиваю тесто. Слишком долго и тщательно тесто вымешивать не нужно, главное тесто собрать в комочек. Тесто я вымесила, вот такое оно у меня получилось, мягкое, нежное, очень эластичное. Тесто я разделила на два кусочка. Беру один кусочек теста и буду его раскатывать сразу же на пергаментной бумаге в пласт толщиной приблизительно 2-3 мм. Из раскатанного теста можете формировать печенье такой формы, какая вам нравится. Можете взять нож и нарезать тесто на кусочки, можете вырезать стаканчиком или чашечкой, или вот повырезать печенье вот такими вот специальными формочками. Только вот нужно вырезать немножко на расстоянии, чтобы было удобно убирать лишнее тесто. Теперь очень аккуратно убираю лишнее тесто. Печенье вместе с пергаментом я переложила на противень и теперь отправляю его выпекаться в обязательно разогретую духовку до 180 градусов. Печенье буду выпекать приблизительно 10-15 минут. Пока оно будет выпекаться, точно такую же работу я проделаю с тестом, которое осталось. Очень вкусное песочное печенье готово! Вот такая у меня получилась гора румяных, ароматных печенюшек. Посмотрите, как печенье аппетитно выглядит. Вот такое оно получилось. Печенье хрустящее. Посмотрите, вот насколько оно вот рассыпчатое, какое вот оно песочное, как вот печенье рассыпается. Печенье очень вкусное. Такое печенье обязательно понравится и взрослым, и детям. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления печенья, и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного чаепития, всем пока и до новых встреч!